Сегодня праздник отмечают пограничники. Обычно он проходит с размахом, концертами и встречами сослуживцев. Однако из-за пандемии поздравления с праздником кадровые офицеры и ветераны пограничных войск принимали онлайн. У нас есть общий чат пограничников Чувашии. Чат называется «Пограничники Чувашии». Там у нас около 100 человек. Мы общаемся там. Мы вот и сегодня друг друга поздравили. А также хочу сказать, что сегодня утром был онлайн-репортаж, можно сказать, в 7:20 утра. Я там рассказал о работе Чувашского бригадского общественного пограничного братства. Наша цель, я уже говорил, патриотическое воспитание молодого поколения. Во многих районах у нас есть кадетские классы, а также отряды юных друзей пограничников. В этом году весной у нас не получилось провести 9-й слет юных друзей пограничников Чувашско-Солнечной школе Альковском районе. Но мы это будем проводить осенью. Трем уроженцам Чувашии, служившим в пограничных войсках, присвоены звания Героев России. В их честь проводятся спортивные турниры в Чебоксарах и районах. Отделение пограничного братства есть во всех районах республики.